мочили арабов. Походу скоро война. К нам опять пришел ежик. Дети ему дали яблок. Чтоб пить и песни орать. Чтоб злым и страшным с похмелья ходить с утра воевать. Уже украсили ежика, кошмар. Ежик с нами постоянно уже живет. Он постоянно в этом саду, да? Угу. Кать? Угу. Яблоками его украсили, да? Угу. Прям как в мультиках. Ёжик вас боится. Угу. Всё, давайте отойдем, он пойдет домой. Кладну! Угу. Обычно по шаурме мы так берем. Катя, а ну отпусти шаурму у мамы. Может, там уже все в фонтане купаются. Вкусно? А мою хочешь откусить, Кать, шаурму? Нет? Вот стой, голодный. Просто попробуй, это по типу как бургер ты я. Вкусно, Марин? Давай. Катя, ты на мотике будешь кататься, да? Да. Спортивном? Да. Нифига себе. Ты денежку дала или нет? Не, она не взяла. Катя только что в фонтане покупала, теперь на мотике. Она что-то слишком взрослая, да? Да, 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 да. Ну, 4 рубля, да? Да, 4 рубля. Они сами. А что, ты думаешь, 5 минут она будет? Да тихо. Не заворачивай. Да лучше на машинку, Марин. Она перевернется. Ну, взрослая уже Катя, на мотике катается. А ты заплатил деньги? Настя, так пойди заплати. Газуй. Нажимай, едь, газуй. А ну подожди. Точно на Феррари. О, музыка. Нажимай, нажимай. Катя, Катя! Не души ты его, Катя, ты что? Что ты? Ты испугалась или что? Тихо, тихо, тихо. Надо будет клетку купить ему. Катя, Катя, осторожно. Тихо, тихо. Купили дети джунгарика. Джунгарик или как он? Да. Джунгарик. Как вы его назвали? Ким. Ким. Лови, лови! Лови, лови! Стой! Лови, лови! Тихо, тихо, тихо! Стой! Стой, стой, дай, дай он залезет в дом. Все, дай в доме. Так что у нас новый питомец. Он уйдет! Теперь у нас шестеро в семье. Сколько? Шестеро? Катя, смотри, если он тебя сейчас грызанет за нос. Так. Не уезжай! Он там уже 300 раз обкакался.